Мадам, добрый день, мсье. Рад вас видеть у нас. Мсье Руайе сейчас вам покажет драгоценность, которую он приготовил для вас, а мне придется вас оставить. Я предложу вашему вниманию великолепную коллекцию. Вы принесли то, что я просил? Взгляните. Ну что ж, это мне нравится. Да, здесь много красивых вещей. Есть из чего выбрать. Прелестно, не правда ли, дорогая? Это я тоже возьму. А вот колье, о котором я вам говорил по телефону. Возьму и его, пожалуй. Пожалуйста, Жюльен, уложите все в футляр. Сколько? 7 650 000 новых франков. Куда прикажете доставить? Я возьму их с собой. Благодарю вас, месье. Мерси. До свидания, мадам. До свидания, месье. Мадам? Месье? Какой удивительный размах. Да, неплохая сделка. Лорд Шелтон был явно в духе. Господин директор! Да? Что такое? В чем дело? Жан Маре. Луи де Фюнес. Милен де Монжо. В фильме «Фантомас». В фильме также снимались Жак Динам, Робер Дальбан, Кристиан Тома, Мишель Дюплекс и другие. Авторы сценария – Жан Ален и Пьер Фуко. Композитор Мишель Мань. Оператор Марсель Гриньон. Художник Поль Луи Бути.
Совместное франко-итальянское производство. Режиссер Андре Юнибель. Наша полиция не дремлет. Не теряйте хладнокровие. Дни Фантомаса уже сочтены. Это вам говорит комиссар Жюф. Не нужно бояться, не нужно бояться. Фантомас – заурядный преступник. Он такой же человек, как и мы с вами. Конечно, преступлений он совершил немало, но по сравнению с числом жертв уличного движения, число его жертв, должен сказать, просто смехотворно. Он взрывает самолеты, пускает поезда под откос, но сидящие за рулем убийцы намного опаснее, и, к сожалению, мы еще бессильны бороться с ними. Фантомас – это ерунда. Трепещи, Фантомас, ты меняешь маски, но голова у тебя все-таки одна. Не советую тебе задирать ее слишком высоко, как бы она у тебя не свалилась. Смеется тот, кто смеется последним. Запомни это, Фантомас, скоро мы с тобой разделаемся. Поверьте мне, господа, у вас нет абсолютно никаких оснований для страха. Благодарю, господин комиссар. Перед вами выступал комиссар Жюф. Из его выступления вам стало ясно, что полиция не дремлет. И мы надеемся, что вы успокоились. Я заканчиваю на этом нашу передачу и... Какая чепуха! Полиция сгущает краски. И утверждает, что мы недостаточно серьезны. Пора привыкнуть. А, вы здесь, мальчики? Вот, посмотрите корректуру. Ну и заголовки ты придумал. Послушайте. Привет, Фантомас. Фантомас не существует. Да что ж, звучит хорошо. Но это бессмыслица. А по-моему, заголовки потрясающие. Это мое мнение. Дешевые фокусы Фантомаса. Достойные цирковые арены, жалкие трюки шута, нелепые и пошлые. Но ведь это слишком напыщенно и безвкусно, дорогой. Знаю, что лучше занимайся своими фотографиями. А, по-моему, это здорово. По-моему, тоже. Да вот, послушайте. Полиция не дремлет, говорите вы, но комиссар Жюф, она не только дремлет, она еще усыпляет нас. Вы придумали человека, у которого якобы множество лиц. Верно. Но можно было придумать остроумнее. Жилищный кризис виноват Фантомас. Говорят, подорожали бифштексы, опять Фантомас. Вот это здорово! Вы просили давать социальные сюжеты? Да, просил. Вот, пожалуйста. И неприятности на бирже тоже, Фантомас. Налоги возросли, оклады снова уменьшились. И тут виноват неуловимый Фантомас. Элен, что ты на это скажешь? Понадобилось мое мнение. Я думаю, что все это просто чушь. А еще говорят, что любовь слепа. Да. Над этим кое-кто посмеется, я знаю. Кто? Фантомас. Я хотел бы, чтобы он действительно существовал, и чтоб ты его встретила. Я тоже. Думаешь, я его боюсь? Меня восхищает этот человек. Иногда я себя спрашиваю, почему ты меня восхищаешь? Да? Можешь не говорить мне комплиментов. Почему не вложить хоть сколько-нибудь выдумки в то, что ты пишешь? Даже если Фантомаса не существует, придумай его. Дорогая, ну поцелуй меня, поцелуй меня. Ты подала мне изумительную мысль. Я мысль? Да, пойдем. Куда? К Фантомасу. Фантомасу? Дорогой, ты готов? Да. Внимание, снимаю. Не двигайся, я сниму еще раз. Хорошо, довольно. Интервью Фантомаса. Чудовище все рассказало. Мир во власти безумца. Покупайте «Рассвет». Первый раз в печати интервью Фантомаса. Первый раз в печати интервью Фантомаса. Скоро я стану править всем миром, и человечество скажет мне спасибо. Скоро я получу супероружие. Супероружие.
Святая простота. Ни армии, ни границ. Все это сказка. Пора, господин министр. Спасибо, мадемуазель. Минное поле, а не пресс-конференция. Когда я пожелаю, то взорву планету. И даже комиссар Жюф ничего не сможет изменить. И, возможно, уже завтра вы увидите небывалый фейерверк. Это будет зрелище, достойное Вселенной. Бессмысленно занимать места. Вы все будете в первых рядах. Конец мира уже близок. О будущем не думайте. Человек, тебе придется умереть. Так умри красиво. Это сенсация, бесподобно. Вот этого я от тебя и ждал. Изумительная находка. Я был таким же. В молодости я всегда опережал других. Я любил пустить пыль в глаза так же, как ты. То есть как? Что это значит, пыль в глаза? Ну, конечно, ведь все это вранье. Вовсе нет. О, вовсе нет. Ты меня принимаешь за дурака. Иди, иди, дружок. Я пожалуюсь на вас адвокату. Вам понадобятся адвокаты хорошие. Не беспокойтесь. Что за нелепая история? Значит, вы подслушивали, уважаемый комиссар? Это не метод. Поговорим о ваших методах, господин Фандор. Вы думаете, все позволено, чтобы поднять тираж? Вашу газетку вы заполняете материалами о несуществующих преступлениях. Без них вы давно бы вылетели в трубу. Вместе с вами, господин комиссар. К сожалению, от преступлений зависит наша общая карьера. Пугать людей — вот ваша профессия. Эту минутку, я докажу, что это все игра воображения и чушь. Я знаю, что говорю. Это будет такое разоблачение. Оно потрясет мир, как настоящий взрыв. Ну что же вы? Улыбнитесь. Секундочку. Мерси. Не стоит благодарности. Элен, 4 колонки на первой странице. Это еще поднимет тираж. Господа, я вас пригласил, чтобы сообщить свое решение. Ой, долгие дни моего вынужденного бездействия не прошли даром. Я мог на досуге подумать о нашей работе. Вот мои выводы. Случился взрыв. О, но ведь не бывает взрыва без взрывчатки. Это Фантомас взорвал редакцию. Я уверен, что он действовал не один. Ему помог наш приятель-журналист. Логично. Ну-с, слушайте меня внимательно, друзья. Ага. Идя за ним по следу, мы легко найдем и другого. Фантомас, ну что же вы? До скорой встречи, Фантомас. Хороши шутки, очень мило. Пошли с нами. Оставьте. Оставьте. Вы идиоты, оставьте. Тихо. То есть как идиоты? Мы тебя научим, как нужно разговаривать с полицией. Пошли. Вы мне все испортите. Вот как все испортите. Мы тебя отведем в комиссариат. Да я комиссар Жюф, болва. Тогда я президент республики. Сам в участке быстро пошли. Оставьте. Шевелись, приятель.
Алло. Внимание, через несколько минут вас посетит Фантомас. Внимание, через несколько минут вас посетит Фантомас. Ах, оставьте меня в покое. Поберегите свою фантазию для ваших читателей. Внимание, через несколько минут вас посетит Фантомас. Никогда не увидишь мое лицо. Эта маска навеки скрыла его от людей. Ты осмелился обо мне писать. В своей жалкой статье ты изобразил меня шутом. Оставьте его. Ты можешь сесть. Ты позволил надо мной смеяться. У меня есть оправдание. Я не верил, что вы существуете. Я не думал, что это вызывает сомнения. Ты посмел издеваться надо мной и полагал, что это пройдет безнаказанно. Ты назвал меня злобным и мрачным убийцей. Меня, веселое жизнерадостное существо. Ха-ха-ха, конечно, я люблю убивать, но делаю это с улыбкой. Преступление против человечества, вот как. Ха-ха-ха, человечество, жалкое сборище марионеток. Мне было бы с ними скучно. Ну что ж, я вижу, у вас есть чувство юмора, но оно довольно мрачное, явление редкое.
Хладнокровный убийца. Шутник в маске. Простите. Сейчас неподходящее время для насмешек. Однажды ты уже высмеял меня. Но зато я убедился, что даже великий человек не стоит ничего без прессы. Ты напишешь новую статью обо мне. Исправишь ошибку. Признаешься в клевете. И если ты посмеешь мне не угодить, тебя ждет смерть. Страшная и мучительная. Даю на это 48 часов. 48? Немного. Достаточно. Да. Где мы встретимся? На этот раз я предпочел бы с вами условиться, чтобы я опять... Я обещаю тебе полную неприкосновенность, если ты будешь мне повиноваться. Отныне все зависит только от тебя. И запомни, что с этой минуты я твой властелин. Утром ты не пришел в редакцию? Я думала, что-нибудь случилось. Долго звонил, и ты не отвечал. Я спал. Я спал? Что с тобой? О, моя дорогая. Ты что только можешь присниться человеку. Ты подумай только. Я... Целую ночь просидеть в полиции. Ночь в полиции. Хорошо, что не пронюхали эти журналисты. Что же вы им не показали свои документы? Это гениальная идея. Я почему-то не сообразил. Ведь я специально переоделся. Идиот, тупица. Обо всем должен думать я. Я считаю, господин комиссар, они на вас проверили ваш метод. Ах ты мой бедненький, какой кошмар. Да, пренеприятный тип, мне было не по себе. Такое воображение до добра не доведет. А, и почему так больно? Да у тебя шишка. Вот как? И преогромная. Правда? Он меня ударил дубинкой. Боже мой, что это такое? Так мне не приснилось. Это действительно был фантомас. Кто это? Фантомас. Не открывай. Не открывай, прошу тебя. Я звоню в полицию. О, что это? Шнур перерезан. Откройте! Ни за что не открывай. Откройте! Вы же сами дали мне 48 часов. Что за выдумки? Это полиция! Комиссар Жюф, откройте! Откройте! Алло! А, браво, комиссар! Хорошо придумано! Бросьте ваши глупые шутки! Взять! Вы что, больны, комиссар? Или сошли с ума? А, мадемуазель, вы лучше придержите ваш язык. Именем закона вы арестованы. Вы что, развлекаетесь? Нет, я человек вполне серьезный. Значит, Фантомас дал вам 48 часов, и я бы хотел узнать, для чего. И я это скоро узнаю.
Послушайте, комиссар. Я вижу, вы что-то скрываете от полиции, уже не заодно ли вы с Фантомасом. Слушайте внимательно. Тот, кто не хочет разоблачить преступника, является его сообщником. Но поймите же... я давно все понял. Что это? Что это у вас? Я же вам хотел объяснить. Чему объяснение? Может, вы думаете, что я неграмотный? Ф, то есть Фантомас, а? Это совпадение, не правда ли? Я устрою тебе интервью. Увидите его? Скорее. Это невозможно, комиссар. Это скандал. Это... Слушайте, не осложняйте его положение. Если бы ты мог себе представить, до чего это вкусно. Когда ты нам все расскажешь, тоже получишь. Понял? Несколько суток диеты. От этого не умирают, господин комиссар. Наоборот, диета полезна. Ну, давай говори, раскрой рот. Вы 2 дня задаете все те же вопросы, а мне больше нечего прибавить. Я не могу больше, не могу. Налей. Ваше здоровье, ребят. Белое вино вредно для здоровья, господин комиссар. Я тебя не спрашиваю. Сейчас я тебе покажу. Ну, признавайся, твоя статья фикция. Вы угадали, господин комиссар. Теперь, когда все верят, ты говоришь, что это фикция. Но это правда. Что правда? То, что все это правда? Наоборот, то, что все это неправда. А? Неправда? Ты совсем меня сбил с толку. Тогда почему Фантомас тебя похитил этой ночью, если ты все наврал? Именно потому, что я наврал. Ты врешь! Он врет! Так вы меня обвиняете во лжи. Значит, по-вашему, я говорю правду, как долгу? Ой, молчи! Ну, слушай! Как ты смеешь мне говорить вы? То есть, как я смею говорить не ты, то есть вы? Этот человек, по-моему, не в состоянии следовать разумной логике. Он абсолютно выдохся. Завтра он будет в форме, и мы продолжим допрос. Уведите его. Торчать здесь в такой момент – это ужасно. Не беспокойся, я тебя не подведу. Я дам тебе 5 колонок на первой странице. Фантомас будет доволен. Завтра тебя выпустят отсюда. Я этого добьюсь. До свидания. Это он. Внимание. Фантомас готовит новый сюрприз. Рассвет, пожалуйста. О, такси! В редакцию «Рассвет». Скорей. Следуй за ним. Живей. Это саботаж. Что такое? Рука Фантомаса. Скорей, ищите такси. Скорей, ищите одного такси. Ищите господин такси, комиссар. Ищите такси, вам говорят. Но я его буду искать, ищите господин такси, комиссар. Скорей. О, да, Фантомас будет доволен. Что это? Что это значит? Остановитесь немедленно! Куда вы меня везете? Садись, Фондор. А вы идите. Я вижу, на этот раз ты перешел все границы. Я хочу вам объяснить. Это вовсе не я. Замолчи. Извините меня, мой друг, что я нарушаю ваш покой. Мне бы очень хотелось познакомить вас с нашим гостем. Ты виноват, и тебе придется оказать мне не совсем обычную помощь в наказании за эту дерзость. Нет,
Какую? Пустяк. Я намерен создать существо, которое мне целиком подчинится. Я подыскиваю мозг. Кажется, твой подойдет. Весьма польщен. Мне право, кажется, можно подобрать и лучше. Скромность – это признак ума. Не сомневаюсь, что мы хорошо поработаем. Мои опыты почти завершены. К чему спешить? Если опыт не удастся, будет обидно. Ты можешь быть спокоен. Я еще никогда не ошибался. Это леди Бельтам, мой верный друг и мой самый надежный помощник. Очень рад такому знакомству. Она вдова лорда Бельтама, который вовремя исчез. Лорд Бельтам? Труп в зеленом чемодане? Совершенно верно. Вы, значит, его? Безусловно. Надеюсь, что вы поладите между собой. Благодарю вас, мой друг. Не правда ли очаровательная вдовушка? Красиво, как ангел. Я бы сказал, как дьявол. Да, она совершенство, в ней собраны все женские недостатки. Леди Бельтам составит тебе компанию, она здесь хозяйка. Вы что, собираетесь оставить нас? Да, дня на два. Я тебя погублю. Тебя возненавидят друзья, твоя невеста, читатели. Весть о твоей смерти принесет всем облегчение. Я превращу тебя в гения зла. Для чего? Чтобы совершать злодеяния. От твоего имени. От твоего имени и с твоим лицом. Ты унесешь с собой в могилу эту тайну. Я изобрел способ, с помощью которого могу изменять свое лицо. Вот, смотри. Каждый раз, когда я совершаю новое преступление, я принимаю облик моей очередной жертвы. Вот несколько образцов моего искусства. Я принимал их образы с той же легкостью, с какой принял твой. И я всегда переношу отпечатки пальцев на перчатки. На этих я сделаю отпечатки твоих пальцев. Только не думай, что тебе удастся бежать. Эта система сигнализации тебе не даст уйти. А если ты вздумаешь применить силу, довольно одного сигнала, леди Бельтам. Мои телохранители позаботятся о тебе. Ступайте. По телевизору ты увидишь свои похождения. До свидания. Немного терпения, и ты о себе услышишь. Thank you.
Оттесните толпу назад! Еще, еще, еще! Еще! А, вот и они. Назад, господа! Нельзя! Прошу вас, отойдите! Отойдите! Нельзя! Открывайте дверцу и подходите. Нельзя, нельзя! Нельзя, господа! Мерси! Ваш жених просит вас срочно к телефону. Мой жених? Да, ваш жених. Вы ведь фотокорреспондент «Рассвета», не правда? Верно. Образ. Скорей. Что? Что ты? Что такое? Что вы делаете? Отпустите меня! За мной. Вы знаете, куда поставить ящик? Да, мы знаем, не беспокойтесь. Сейчас. Да. Осторожней. Добрый день, господин комиссар. Что? Я ответственный секретарь Союза ювелиров. О, ваши драгоценности в полной безопасности, вы можете быть спокойны. Не сомневаюсь. Можете поставить сюда. Сюда. Комиссар, прошу вас. Нет, нет, пожалуйста, я за вами. Дверь. Это сказочно. Просто невероятно. Тем не менее... Господин редактор, драгоценности доставлены. А, благодарю вас, извините меня. Эти вещи Союз ювелиров спокойно отдает на ваше попечение, господин комиссар. О, это просто сказочно. Не спорю. Здесь, наверное, на сотни миллионов. На 2 миллиарда, господин редактор. О, браво, комиссар, браво. Какая ловушка для Фантомаса, если он посмеет явиться. Поверьте мне, он не уйдет. Теперь ему ничто не поможет. Щелк! У вас всегда гениальные идеи. Это верно. Ну, все готово? Да, господин редактор, все готово. Давайте начнем, господа. Скоро ли будут готовы девушки? О, через несколько минут. Хорошо. Не надо беспокоиться. Эй! Пошел отсюда! Ничего не бойтесь, дамы, я буду с вами. Господин комиссар, господин комиссар, позвольте, господин комиссар. Ваше превосходительство, господин председатель, дамы и господа, редакция газеты «Рассвет» от имени и по поручению Союза французских ювелиров имеет честь и удовольствие открыть эту необыкновенную выставку редчайших драгоценностей, которые немногим удается увидеть. Смотрите в оба. Слушаюсь. Будьте спокойны. Опусти автомат. Самые элегантные манекенщицы Парижа сегодня вам покажут известную во всем мире коллекцию драгоценностей.
Иди. Пожалуйста, номер 5. Мое колье, пожалуйста. Спасибо. Вот твое колье. Скорей, скорей. Какая прелестная вещь. Все, хорошо, иди. Дамы и господа, сейчас вы увидите шедевры ювелирного искусства. Это самые красивые девушки на свете. Что это за борода? О, там. Какие линии, формы, грации, изящество. Вы можете мне поверить, я в этом разбираюсь. Восторг. Они просто несравненны. Чудо. Единственное в своем роде. С этой вам смотреть во все глаза, получите удовольствие. Грандиозно. Какие ножки и все такое прочее. Извините, волосок от бороды. Ну, что вам говорить, увидите сами. Дамы и господа, сейчас начинается парад манекенщиц. Просим всех занять места по обе стороны дорожки. Прошу вас. Брильянтовое колье, серьги и браслет. Номер 19. Украшение из бирюзы и бриллиантов. Номер 20. Сочетание рубинов с бриллиантами. Номер 21. Бриллианты и изумруды. Номер 7, пожалуйста, дайте мне. Что это с ними? Голова закружилась. Номер 24. Украшение из бриллиантов.
Отоплите. Заперлись. Отоплите. Да отоплите же! Что с ними? О, я взломаю дверь. Ой, давайте вы. Ага. Ну, Ограбили! Ограбили! Это Фантомас! Это Фантомас! Вы за это ответите! Разбудите! Слушаюсь! Проснитесь, а? Объявить тревогу! Объявить тревогу! Объявить тревогу! Тревогу? А какую? В чем дело? Вставайте же! Вставайте же! Живьем. Стой! Стой! Ловко. Спасите! Все равно не уйдешь, Фантомас, поймаю!
заключение расследования вас поразит. Тайны Фантомаса уже не существует. Вот подлинный преступник. Да, в журналисте Фантомас одно лицо. Остается его арестовать, и я напал на след. Что касается невесты мнимого журналиста, то есть все основания полагать, что она сообщница Фантомаса, ибо она тоже таинственно исчезла. Следовательно, напрашивается вывод, нужно немедленно нам... Удачный трюк, верно? О своей невесте можешь не беспокоиться. Она в безопасности здесь. Я предоставил ей лучшие покои замка. Хочешь взглянуть? Хороший вкус. Ей, видимо, придется привыкать к новой обстановке. Она божественна. Отсюда ты можешь любоваться нашей идиллией. Если я правильно вас понял, вы решили завести любовную интригу с моей невестой? Вполне возможно. И вы думаете, что эту затею может одобрить очаровательная леди Бельтам? А почему я должен ставить ее в известность? Что поделаешь, я оказался романтиком. Хочу, чтоб меня любили, как любят тебя. И я этого добьюсь. У вас ничего не выйдет. Элен мне будет верна. Боюсь, что ты ошибаешься. Разве можно женщине верить? Взгляни, она счастлива. Это действие эликсира любви. После цветов порока этот белый цветок меня очаровал. Какое изумительное создание. Она мне будет наградой. Теперь остался только твой друг, комиссар Жюф. Угроза этого жалкого дурака выводит меня из терпения. Я сумею его проучить. Вперед. А, Фантомас, Фантомас. Здесь Фантомас,
И там Фантомас, всюду Фантомас. Впервые у нас столько свидетелей, господин комиссар. Нужно всех арестовать, то есть допросить. Боже, что я говорю? Допросил. Что нового? Говори, что нового. Извините, господин комиссар, но вы уверены, что это был журналист Фантар? Паша, мой сумасшедший, у меня галлюцинации. Извините, господин комиссар. Мне наплевать на ваши извинения. Но господин комиссар, свидетель описывает внешность преступника совсем иначе. Значит, кто-то из нас сумасшедший. А? В таком случае мы немедленно опросим всех свидетелей и создадим словесный портрет. Так, позвоните и пригласите свидетелей в просмотровый зал. Свидетели вас ждут, господин комиссар. В таком случае не нужно отвечать. Вы узнаете эти глаза? А рот? Узнаете рот? Пожалуй, ты больше похож. Очень похож. Да, да, это именно его волосы. Нос? Нос был немного, а по-моему, короче. Виднее, уверяю вас. Нет. Следующий. Теперь рот. Да, да, это именно его волосы. Нос. Нос был немного, а по-моему, короче. Виднее, уверяю вас. Пожалуй, ты больше похож. Очень похож. Да, да, это именно его волосы. Нос. Нос был немного, а по-моему, короче. Виднее, уверяю вас. Следующий. Теперь рот. Губы были немного тоньше. Но того рот был совсем другой. Давайте дальше. Похоже. Да, да, это его рот. Вот это очень похоже. Глаза. Да нет, совсем не то. У того был взгляд совсем. Следующий. А, то были звериные глаза. Ой, кого лучше? Я выставляю чистя. Взгляните на него, ведь это просто дегенерат. Тихо! Довольно! Довольно! Что это такое? Что это значит? Здесь надо мной издеваются. Это заговор. Ты привел из сумасшедшего дома это стадо. Я не оставлю это без последствий. Потребую расследований. Выпроводить всех, ты понял? Прошу. Извините, мадам. До свидания. Я что-то плохо себя почувствовал. Продолжим завтра, если не возражаете. Лучше пойду домой, прилягу. Он какой-то странный сегодня. Весьма странный. Весьма. Что такое? Что случилось? Тихо! Сейчас ночь! Mm-hmm.
идиот! У меня машина неисправна. Больше нет. Пока рано. Прошу вас, господа. Прошу. Прошу. Руки вверх! Живо, ни одного звука! Первого, кто пошевельнется, застрелю! Запрещаю выходить из казино. Ждите, пока сюда не явится полиция. Это был Фантомас. Не понимаю. Кого? Кого? Понял. Да. Опять налет Фантомаса. Надо поставить в известность комиссара. Что, никакого ответа? А? Очень странно. Да. Он говорил, что пойдет домой. Ага. Жди моего звонка. Хорошо, Бертон. Леон, за мной. С ним, наверное, что-то случилось? Да. Пошли. Как сюда попала эта штука? Непонятно. Совершенно непонятно. Влезу в окно. Сюда вошли? Это прескверная шутка, мой друг.
Лунатик, комиссар. Самое забавное, что я ночью... Ночью Фантомас совершил новое преступление. Не может быть. Сию минуту. Да не мешай мне. Господа, внимание! Убедительно прошу вас попытаться вспомнить, как все произошло. Здесь комиссар Жю. Прошу вас восстановить события. Да, это же он! Вот, убийца! Что такое? Будете отвечать, тоже получите. Но Мишель... Я вам не Мишель. Конечно, вы спали во время налета и не подходили к телефону. Но у меня в ушах была вата. Ах, да, вата. Обыкновенная вата. Совсем забыл. А ваша туфля? Я уже сказал, что бросил ее в окно. Правильно, ночные туфли только для этого и существуют. Я проснулся от того, что заводили мотор. Понятно. Мотор вы слышали, а телефонный звонок почему-то нет. Да ведь я же уже все объяснил. А может быть, вы совершали небольшую прогулку ночью для всяких темных дел? Ты щенок! А? Тише, комиссар. Голос не повышать и руки не распускать. Мы последовали вашему совету, комиссар, и проявили отпечатки. А, правильно. Ну и как? Они оказались вашими. Действительно, все верно, математически точно, спорить с наукой невозможно. Выходит комиссар полиции Фантомас. Никогда не мог себе представить, что я Фантомас. Как интересно. Смотрите все, я Фантомас. Дорогой, скорее проснись. Что? Где ты мы? Не могу понять. Что это? Чья это машина? Откуда она взялась? Не имею ни малейшего представления. Ты заснул за рулем. Ой, голова раскалывается. Но сегодня ты выглядишь лучше. Что? Вчера у тебя было такое странное лицо. Сегодня ты опять прежний. Послушай, что это было со мной? Ты меня вызвал к телефону на выставке. Я пошла, но потом что-то случилось. Но я ничего не помню. Я помнилась только в вертолете. Ты был рядом со мной. В вертолете? Ну да. У тебя бывают странные идеи. От тебя можно ждать любого сюрприза. Ясно. Нас просто усыпили, дорогая. Усыпили? Я потом тебе объясню. Эликсир любви. Эликсир любви? Ты с ума сошел. Чья-то визитная карточка. Смотри. Леди Бельтам. Возвращаю вам свободу. Не пытайтесь понять женщин. Леди Бельтам. Прекрасно. Главное, у нас есть машина. А дорога куда-нибудь приведет. Поехали. Впервые ревность женщины спасла мне жизнь. Ты поторопился, несмотря на свой опыт.
Злодейка испортила тормоза. Не могу переключить скорость. Ай, мы перевернемся! Мы перевернемся! Ай, как страшно, дорогой! Курятник. Дорогой, дорогой, как долго? Мы все-таки убежали. Вовсе нет, вы задержаны. Скажу вам кое-что. Меня еще не задерживали. Так, значит, леди Бельтам ревновала его к вашей невесте и устроила этот побег. Все правильно. А чтобы мы не проболтались, эта особа готовила аварию. Что вы придумаете еще? Я же вам сказала. Замолчите. В вашу версию о Фантомасе я не верю. А почему? Потому что Фантомас арестован. Он у нас со вчерашнего дня. То есть как? Разрешите спросить, кто он? Комиссар Жюф. Я так и думал. Не сомневаюсь, что вы его сообщник. Сообщник? Ну, безусловно, мой ангел, все это очень логично. Немедленно зафиксируйте.
не только маска, даже отпечатки пальцев были мои. Это он умеет делать. Но разве докажешь что-нибудь такому болвану? Пойдемте. Куда вы нас поведете? Не задавайте вопросов, делайте то, что вам говорят. Но, идите. Идите. Куда нас повезли? На гильотину. Ой. Гильотина уже вышла из моды. У меня есть более современные способы. Я хотел использовать один мозг. Два мозга, пожалуй, еще лучше. Не понимаю, при чем здесь мозг? О, он вам расскажет. Это небольшой сюрприз. Пересадка. А ну, вылезайте отсюда. Живо! Садитесь в эту машину. Себя ведут? О, не могу пожаловаться. Их совсем не слышно. О! Что такое? Фантомас сбежал. Как? Который? И тот, и другой. Этого не может быть. Ничего не понимаю. Постой. Разберемся. Не забудьте их жизнь в опасности. Нельзя медлить. Я сам все знаю. Так вот, самые главные показания сторожа. Трюк с маской и визитные карточки Фантомаса. И, как видите, все совпадает. Они не он. Конечно. Но это ж катастрофа. Как подумаешь, что я засадил в тюрьму нашего комиссара? Они успели далеко уехать со вчерашнего дня. Надо было ловить настоящего Фантомаса. Вы правы. Но ведь еще не все потеряно. Необходимо немедленно блокировать все дороги вокруг города. Ничего, сейчас я поймаю этого Фантомаса. Я тоже этим займусь. Ну. Смотрите на дорогу, это они. Смотрите. Нас заметили. Видите, вертолет. Скорее!
Особого состава, стекла непробиваемые, машина бронированная. Так что не беспокойтесь. Займись им. Он ранил меня. А кто тебя просил высовываться? Живо! Бригадир, я комиссар Жуф. Снимите с меня наручники. Вы что, не узнаете меня? Откройте мне дверцу. Мерси. Ну вот, хорошо. Теперь снимайте. Мерси. У нас очень мало времени. Вы с ума сошли? Это мотоцикл. Ах, да. О! Извините меня. Мотоцикл. Скорей! Оу, простите. Скорей! Смотрите, вон он! Осторожно! Держитесь, комиссар! Держитесь крепче! Смотрите! Вон он! Они вдвоем мчатся на мотоцикле! Скорее! Никогда бы не подумал, что придется продолжать погоню на лошади. Ай. Ой.
пройти. Подождите меня! Одну секунду. Сейчас я перелезу. Ко мне скорей! Что? Ко мне, я долго не продержусь, скорей! Держитесь! Помогите, падаю! Ах, это ужасно! Ах, фу! Негодяй. Ай-яй-яй. Что же теперь делать? Все равно поймает. А? Скорей! Сюда! Готово, мадам, 40 франков. Спасибо. Моя машина! Угнали машину! Господин, не с вами? Нет, нет, остановите его! Что это такое? А, прошу, прошу, прошу. А, скорее. Сейчас. Сейчас, сейчас. Ага. Откуда у вас машина? Увели? Не беспокойтесь. А? Вы правы. Ну-ка, прибавьте газу. Надо во что бы то ни стало его догнать. Вон он! Вон он! Смотрите, на паровозе! Давай! Гони! А ну прибавьте еще! На полный! Сворачивает влево. Поворот, что же теперь будет? Ну что ж, я поверну. Но ведь по кустам вы не поедете. Поворачивайте, ну! Не могу же я ехать через рельсы! Повторяю прежнее распоряжение. Подводная лодка «Крис Крафт» должна находиться в бухте номер 6. Смотрите, внизу какой-то человек! По-моему, он бежит к морю, его нужно остановить!
Он уже на самом берегу! Скорей! Вертолет! Посмотри! Они! Я вижу! Нужно поскорее сесть! Они делают нам знаки! Давайте, давайте! Скорее! Увидели! Они нас увидели! А-а-а! Вижу! Он подходит к Крис-крафту! Надо его догнать! Только б не упусти! Побыстрей, пожалуйста! Побыстрей! Уйдет! Уйдет! Что вы собираетесь делать? Сойти! А? Видишь? Thank you.
тоже прыгну. Чуть-чуть ниже. Мне это высоко, я так не смогу. Мне высоко, понимаете? Хорошо? А вы не смогли бы пониже? Пожалуйста, немного пониже. Немного пониже, еще чуточку. Еще немножко. Теперь, пожалуй, хватит. Погружение 10 метров. Вода, вода. Помогите! Я тону! Я тону! Погружаюсь вместе с ними! Помогите скорее! Погибаю! Помогите! Тону! Тону! Я уже утонул! Что же вы, Фондо? Что же вы? Я не умею плавать. То есть я раньше умел, но сейчас у меня почему-то ничего не получается. Да мы утонем вместе. И зачем я отпустил вертолет? Я больше не могу. Не могу! Не могу! Спокойно, спокойно, смотрите, лодка, лодка! Ой, дорогой! Тону! Я здесь! Здесь! Держитесь, комиссар! Стараюсь. Вот и я! Дайте руку! Вы! Залезайте вы, комиссар! Нет, сначала вы! Я не могу! Ну что же? Ой, помогите! Ну что же вы, комиссар? Ну! Не могу! А вы не находите, что для троих она немножко мала? Ну, держите крепче, крепче, крепче. Осторожно. Осторожно, комиссар. Ну, как дела? Не соображу, не знаю. Нет, это не конец. Мы еще встретимся, Фантомас. И тогда ты от меня не уйдешь. Ты будешь наказан.